Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Вот, Деспирадос 3 у нас сегодня, поэтому без лишних прелюдий начинаем в него играть. Это новая игра, я просто заходил проверять, как там все, чтобы настроить. Посреди мексиканской пустыни два всадника подъезжают к месту, где скрывается известный преступник. Будем ловить гринго. Так, давай продолжить. Джонни, ты отстаешь, живо! Давай, Джонни, пошевеливайся. Догоняю, пап! Я впереди. Ты за мной и не высовывайся. Как скажешь, батя. Да, сэр. Сделаем. Движение камеры мышь. Ну понятно. Так, я тут вроде чуть-чуть подразобрался. Тут, короче, на VSD не получится так, только вот на стрелке. И если надо поворачивать вот так камеру, это, короче, надо на Alt зажимать. В общем, немного неудобное управление. Я даже не знаю. Посмотрим. В общем, может, привыкнем. Стрелок. Открывайся, мать твою! Выпить хочу, умираю! Конечно. Идем. Так, пригнуться на пробел. Окей. Что здесь у нас? Использовать Ctrl. Ага, это типа взять. Я тоже. Поле обзора начинает желтеть. Ну, короче, это как прошлая игру, по которой мы играли. Тут надо поаккуратней. Так, и как мне тебя? Все будет. Черт, выпить бы сейчас стаканчик. А что мне делать с тобою? И я все сделаю. Ладно, давай вот так. Я так понимаю, нам сюда к бате надо. Не вопрос. Давайте. Там точно есть виски. Я уверен. Кошня, блин. Что здесь у нас? Так, ага, Ctrl. Уже в пути. Нажми в любой момент, чтобы сохранить игру. Ну, короче, ясно. Молодчина. И не отходи далеко. Там дальше еще. Давайте сохранюсь. Где? Мало ли. А то уж. Что здесь? Нажмите D. Окей, понятно. Надо как-то его отвлечь. Без проблем. Я монетку кину. Дельная мысль. Заставь его отвернуться, мне большего не надо. Орел или решка? Конечно. Вот ты кинул. Так, ну, это я немного не рассчитал. Наверное, надо было с этого камня это делать. И я все сделаю. Помни главное. Думай медленно, действуй быстро. Трупы прячем обязательно. Молодец, внимательно меня слушал. Латуш. Ну что, дальше погнали. Так, давай со мной, и что по-тихому. Ну, давай, сейчас пошли. Или никогда. Режим побоища. Shift. Что здесь у нас? Билли, я терпеть не могу лошадей. Нажмите Shift, чтобы режим побоища. Ясно, я так понимаю, это какое-то замедление времени. А где индикатор? Не вижу. Я-то тут при чем? Я тут просто стою. У меня их много осталось. На. Иду.
Скажи, пап. Чего? Сколько у Фрэнка людей-то? Разницы нет. Выдергивай одного за другим, и все получится. Прополка — наш метод. Да. Не вопрос. Заперто. Кто б сомневался. Ага, уже в пути. Ну что, сынок, пора немного поразмяться. Видишь лестницу вон там? Mm-hmm. Давай-ка, сбрось ее мне. Да. Я так понимаю, сюда, да? Сейчас так. Или никогда. Тут же у нас никого вроде нету, да? Конечно, идем. Так, Ctrl. А то ж. Молодец, отлично справился. Легкотня. Ничего себе. И я все сделаю. Все будет. Что здесь? И... Берегись. Охрана кругом. Понятно. Короче... Короче, не так уж далеко они и видят. Придумай, как пробраться. Да. Не вопрос. Ты про Линдберг слыхал? Говорят, она вылокала последнюю бутылку у старого хача. Доплываем вот сюда, наверное. Да, за что старый хрыч на нее взъелся? Все будет. Сюда. Кинем монетку потом. Так, и это надо... Сделает, по-твоему, вызовет ее на поединок? Мелочь нужна. А? Ага, уже в пути. Эй! Линдберг! А ну выходи, воровка! Свинья неупиваемая! Я здесь, пьянчуга! Глаза разуй! Ну что, сведем счеты? Ха-ха, слышишь? Сейчас начнется! Ну! Ну? Давайте. Ты поплатишься за подлый бросок чужого виски! Сделал. Кого ты напугаешь-то? Видишь вон того, сзади, рядом с утесом. Придумай, как отвлечь его своей монеткой, и я обоих сниму. Кому фальшивых монеток? Этого имеешь в виду? Давайте сразу в кусты, ну, я да, не знаю. Я вернусь. Что звук? Другого, Джон. А, другого? Конечно. Давай другого. Идем. А то ж. У меня их много осталось. Да, а не знаю, сюда. Хорошо, что я их при... Мне нужно время. Еще дышит. Свяжи его скорее, пока в себя не пришел. Иду. Ага, давай свяжем. Не шевелись. Отлично. А теперь давай его в кусты. Так, как тебя в кусты? А, тоже Ctrl. Конечно. Да. Так, отпусти. Молодчина. Я разберусь. Пошли. Сейчас или никогда. Так, давайте, ладно, уже это. F5 сохранение, чтобы просто исчезло. Напоминание. Конечно. Идем. Так, сюда. Ага, уже в пути. Давай, двигаем. Давай, двигаем. Все будет. Оп, это мы вовремя. И я все сделаю. Ну и что дальше? Откуда они берутся? Неважно. Видишь там кран? Ага. Вот иди туда и сделай, что надо. Все понял, папа. Иду. Так, а как это мы? Ты же нас тут не запалишь, нет? Не запалишь. Ладно, давайте, я не знаю, я сохранюсь еще раз. Сделаем. Что... Выглядит рискованно. Ну-ка. Стоять! Не-не-не-не-не. Это, наверное, провал миссии. Да, батьку замочили.
Черт, надо было сразу в кусты. Но это я вовремя, короче. А, так, 3 секунды назад, да? Вот это вот, 14 секунд назад. Вовремя сохранился. Ну, бывает. Это только обучение. Вот ты, гнида! А как мне? Прекрати! На бомбу! Он сошел, мать твою! Да твою ж мать, куда они провалились? Выкурим их! Я из кусты сразу зашел. Или мне ждать, пока он отвернется, или что мне? Я просто не понимаю немного. Давайте ждать, пока он отвернется. Все спокойно. Может, я не вовремя как-то повернулся? А, ну давайте, да. Что-то я монетку ему туда. Конечно, идем. Так. Теперь монетку сюда, пробежать те кусты, да? У меня их много осталось. Ну давай, я вернись. Сейчас или никогда. Вот так вот. Так, ты же сюда... Да, ты сюда не смотришь. Давай наверх. Сделай. Отлично. Теперь сюда. На этих мы скидываем бочки. Вот так вот. Готово. Ну все, вроде справились. Молодчина, сынок. Теперь сиди тихо. Я сейчас. Давай, я пока сохранюсь, пока ты там лезешь. Да. Не вопрос. Отлично, сын. Все как всегда. Жди меня здесь. Я думал, что уже готов. Придет и твое время. Ты так и в прошлый раз говорил. Ну почему с тобой нельзя? Просто дай мне пушку. Пушку, да? Сначала по бутылкам стрелять научись. Вот тебе нож. Упади-ка в то дерево с 15 шагов. Я бы на твоем месте, батя, отошел бы. Так близко не стоял бы. Как получится, получишь пушку. Давай. До скорого, Джонни. Учись, Джонни. Все правильно сделал. Ми-ми-ми. Вот такое вот у нас вступление, обучение. Доктор и невеста. Ну-ка, начинается интересно. Так, ну-ка. Что у нас тут? Забирайте все подчистую, парни! Тащите все, что блестит, и все, что в глотку польется. Покажем им, кто тут главный. Черт, укрытие! Чисто облава, чисто бандиты. Сюда, зайдем ему в бок. Твою мать, он нас заметил! Он там! Держи его! Не дайте ему уйти! Живых не оставлять, парни! Хм. Того оставили. Толстуха, я опять зашла с козыря! Эй, мне хоть что-то оставьте!
Байерса, Колорадо. Угу. Так, что тут у нас? Ножик в горле. Сдается мне, ты тут не билеты проверял. Похоже, у нас незапланированная остановка. Пойду-ка выясню, что стряслось. Ну, погнали, выясним. Так. Вот нож и сгодится. Это точно. Надо так подточить. А, тут на эти выбирает, понятно. А сделаем нож все по-быстрому. Просто достать. Так, ладно, давайте приземемся. Вперед. Надо пробраться в начало поезда. Так, Ctrl. Что ты здесь мне скажешь? Жмите H, выбрось нож, потом LKN для атаки. Для глушения либо... Поменяйте навыки на панели навыков, либо используйте Y. Так, ну ладно, нож давай. Нож сгодится. Я так понимаю, ты метать его так и не научился? Минус один. Так. Ну давайте, не знаю. Я не думаю, что его кто-то обнаружил. Ну ладно. Метать нож, чтобы убивать врагов в дальней дистанции. Короче, на S это метание уберу ножа. Его прямо отсюда. Лучше всего метнуть нож. Давай. У меня их полно. Давай нож. Вижу, обойдемся без смертоубийств. Вот и славно. Так, подождите, у нас там... Давайте, нет, давайте я сохранюсь. Мало ли он так, там. Так, посмотрим. Веревки, тачки. Да, они отлично подготовились. Наверх надо забраться. Ножик подобрал? Я думаю, да. Так, давай выбросим это. Сейчас или никогда. Идем. Давай, спрыгивай. Всегда работай. Так, я еще не привык к управлению. Ну, начнем. Так, ага. Я так понимаю, тут надо помочь им. Боже, как вы меня напугали. Вы можете нам помочь? Ну ж, попробуем. Так, давай. Что здесь у нас? Громкость вроде услышат. Нажмите F, чтобы выбрать один из револьверов, потом стреляйте. Сейчас будет шум. Один выстрел. А вот и он. Под тебя пуля, нужно больше времени. Ну что, пошумим. Могло быть. Ну как-то так. Благодарю вас, незнакомец. Найдите место, где спрятаться. Старый, новый. А это он перезаряжает, я так понимаю? Или у нас всего вот на игру, допустим, 6 из 8 и 6 из 8? Хм. Непонятно, ладно. За работу. Я думаю, потом объяснят, если там пуля у нас, допустим, закончится. Чудом спасся. В другой раз надо сперва прополоть как следует, а уж потом шуметь. Конечно. А все правильно сделали. Давайте сохранимся, если уже такая подсказка у нас. Не с места, приятель. Давайте обойдемся без глупостей. Так. Двух столов одновременно. Нажмите Shift, чтобы перейти к режиму побоища. Теперь вы можете выбрать для Купера две цели. Ну давай, Shift. Надо уложить их обоих раз. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, F here. Не-не-не.
Можешь выйти отсюда? Нет, так. F. Один хорошо, а два лучше. Сюда. Продолжить. Так. Ты сюда, ты сюда. Ах ты ж! Чёрт! Да не так, блин, ёлки-палки. Господи. Загрузить. Так, давайте по-быстрому. Не с места, приятель. Давайте обойдемся без глупостей. Нажмите Shift, чтобы перейти в режим побоища. Теперь вы можете выбрать для Купера две цели. Окей. Надо. Нажимаю Shift. Их обоих разом. F сюда, G ну что, сюда. Пошумим. Исполнить. Не знаю, что у меня первый раз не получилось это. Да, там что-то не прожало. Эй, эй. Что за шутки? Я бы сказал, мы квиты. А сейчас предлагаю вернуться вам в свой вагон. Дальше я справлюсь. Как с этими двумя справились? Послушайте, мистер... Купер. Мистер Купер, мне платят за то, чтобы этот поезд добрался до Флэкстона. Был бы признателен, если бы вы мне не мешали. Знаете что, мистер... Маккой. Доктор Маккой. Так вот, доктор Маккой. Как я это вижу, путь тут только один. И мне тоже надо попасть во Флэкстон. Как угодно, но не говорите, что я не предупреждал. Похоже, бандиты завалили туннель. Похоже. А вы думали, почему поезд остановился? Расчистить завал будет непросто. Хорошо, что они оставили на плато взрывчатку. Взять ее и расчистить туннель. Ха, не кислый план. Других у меня не бывает. Лады. Тогда за дело. Договорились. Но, я думаю, за дело мы примемся уже в следующей серии. Поэтому спасибо вам всем, что смотрели. Ждем продолжения.